Сегодня судебные приставы приостановили работу кафе «Бистро», что находится в здании центрального рынка в Чебоксарах. Нарушения были, что называется, налицо. Отсутствие механической вентиляции и полная антисанитария. Грязные раковины и плиты. Тараканы не разбежались даже при появлении нашей съемочной группы. Также быстро, созвучно с названием заведения «Бистро», деятельность кафе приостановили. Хотя для хозяйки заведения наличие тараканов в помещении общепита – норма. А что хотели поймать? Таракан только животное. Мы первый раз не видим таракан, у каждого есть. Вот, ползет под раковину, пополз. Антисанитария во всем. Не соблюдаются правила хранения готовой продукции и мытья посуды. Не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов. И это только часть нарушений. В постановлении об административном правонарушении их описание занимает 3 страницы. Лучше не надо плиты, потому что все надо чистить. Греть, это да. Все вычистить вам надо. Да. Даже не трегайте, смотрите. Меню кафе «Бистро» мы изучить не успели. Его очень быстро, прямо во время съемки, забрала хозяйка заведения. Красиво, ничего не... Ничего красивого в заведении не нашли и представители Роспотребнадзора Чувашии, которые приходили с проверкой еще в феврале этого года. Постановление об административном правонарушении вынесли 31 мая. Выехали по данному адресу, приостановили кафе. Закрыли холодильники, опечатали кассы, банковские терминалы, также микроволновые печи для устранения всех недостаток. Данное кафе приостановлено на 45 суток. Также может ИП выйти в суд с прекращением, если все недостатки устранит. И несмотря на то, что двери кафе сегодня уже закрыты, в духовке и на плите продолжает готовиться еда. Правда, попасть в заведение теперь можно только через черный вход и только для устранения недостатков. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.